Отвечу, хорошо? Буквально одну секунду. Ну, хз прям. Ну, ДК... Ну, не знаю, сможет ли ДК вот это вот все вывести. То есть, если там только Васка сейчас не затемпит, да, вообще всех топов, с кем бы он ни встречал... Что? Простите. В итоге Даркмаган наказывает Ларла, ты представляешь? Он мог сделать ФБ, но в итоге складывается вот так вот, друзья. Эта ситуация. Брамбл Мейс, Мипошка, накастовывает. Есть хороший хастом, там сбоку Малика. А вот их много. Их много на Малика на одного. Их четверо, приходит как раз таки Лар, нажимает Магнетайз. Малик умирает, пошел Террайз. Даркмага также пал, есть Хекс по Ядоме. Но Рю бьет его один, и ему нужна помощь. Подкоп, Лайфдрейн был использован, так что Мейс сейчас Рю не убьет. Паук под армлетиком достает. Там будет больно очень Рю. И это 2 в 1. Это Заберстобек так может в лейте побивать всех. В соло на керри. Вот так вот. Лару залетел, но не очень удачно. Ну, при условии, что когда там уже, знаете, есть контр-артефакт, всякие сильверы, не сильверы. Копье на сатаника. Есть райс по нему. Хорошо, но сатаник должен дать Стонгейс успеть. У него есть 20 стиков. Еще мана кончается, но стик нажимается, и Стонгейс пошел. Все. Он не умер сейчас, но копье на него нажимает лотос, что он сам нажал. Я так не увидел, но он пока живой. Много ресурсов тратит на него убийство сейчас Тим Васка. Но дело в том, что пока спириты никого не нахарасили из Тим Васки. Вот в чем проблема. Хорошая бросает сетка, Сакрет умирает. Но минус Лару, минус Рю. Не хватает урона немножко спиритом без сатаника, а он почти не бил за месяц, иначе бить только в конце. Он принимал... Вот если Марс, Даркмага выйдет у нас в керри в будущем в Дизольку, там он же может, так Дизоль, сатаник. Даркмага нападает на Малика. Малика поймали, есть копье. Чем спасти, пока нечем. Элементарно, физически просто нечему спасать. Минус есть. Сатаник пока отступает, отошел. Все, ушел. Ну, пассивка-то это правда, но там и другая сила есть в Элдере Мипошке. Начинается файт. Нападают и пытаются пробить у нас Даркмага. Даркмага. Арину дал, копье не дал. Рю пал, но остальные пока живые. Мипошка из кустов запускает разлом. Но паук вообще никого не чувствует. Малик паук тарабанит жестко. Армлетом играется. И играется успешно. Обратите внимание, ДК, конечно, сейчас силен. Рухнул Мэтью от Ларла. От магнетайза паук нажимает ТП, улетает. А вот Сакры, скорее всего, никуда отсюда уже не уйдет. Его Лард настигнет. Или... Апрор... Нет. Нет, еще я. А сейчас будет драка. Нападает на Сакрада. Есть Хекс, есть разлом. Сакрад. Ну, больновато, но не хватает. С другой стороны, быстро убивает Рю. Арина хорош, трех героев. Стонгейс далее. Не забываем то, что есть Егис, но он через 3 секунды кончится у сатаника. И вот сейчас он кончается. Избивается, конечно же, реген. У него маны маловато. Это проблема. БКБ ТП. Успеет ли он уйти? Успеет, успеет, успеет. А вот остальные не факт. Мипошка пытается нагнать. Мипошка, ну шоу. Малик ТП и спасается. Есть только так. Драки быть. Нападают на сатаника. Есть копье. Там Хекс. Спинают сатаника. Сатаник. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А мана-то кончается? Погодите-ка. Серьезно. Что-то я прям расслабился. Думал, что он выживет. Так. Так. Малик БКБ ТП. Но он успевает улететь. Стоп. Нет, не начинает. Немножко не продолжает. Не начинает команды файт. Но вот пошел Сакрет. Видимо, ему тут фарс надоел. И полетел. Васка делает первый ход. Лар БКБ нажал, Рю дает Хекс под коп. Даркмага он тормознул. Лар БКБшки на живой. Станик также нажимает БКБ, нажимает Стонгейс и дерется, выходит из арены. Рю от зоны, но на себя внимание отвлек. С другой стороны, за это время спириты никого все еще не забрали. И у меня есть такое ощущение, что спиритам будто бы не хватает урона. Попается Рю. На арену Даркмага полетела. Неплохая арена в двух героев. Ларла у него нет уже БКБ, он умирает. Мипошка разлом пошел. В Сакрада он прилетает, бьет его сатаник, но хватит ли, непонятно, урона не хватает, спиритом урона почему не хватает, никто не может объяснить или нет. Минус Рю, после байбека умирает Даркмага, минус Малик, паук сражает с сатаником 1-1, хастом коснуется, перебьет его сейчас сатаник, мана у него много еще, Мэтью нажимает декрипифай, тотем ставит и я доме также тут есть Брамбл Мейс, ломается вард и саппорт Тим Васке, ждут Сакрада, влетает Мипошку и начинает бить еще и сатаника, выкупается Пошка, и у сатаника маны не остается. Все, хп кончаются, у него минус сатаник.
Ой-ой-ой-ой-ой, минус 6, друзья. Пойти на Рошан, друзья. Да, было вроде бы близко, но все равно, оно, знаешь, оно вроде бы и близко, но так далеко. Рапирку сделать. Все еще база стоит, главного спирита стоит. Это очень важный момент. Так, но опять не пытаются напасть. Мы пошку поймали, и он даже сейчас ничего не успеет сделать, скорее всего. Да, урона у них много. Вот игра в лейт зашла. И вроде как уже вот, ну, должно уже работать это все. Опа, драка. Началась, подставляет Смалик. Малик опять, друзья, сильно краснеет. БКБшку дать успел, если что. Бладстоун нажимает, не умирает. Умирает Рюзато. Мипошка приходит замес, начинает бить. Урона от него нет, но вот пришел Сатаник. И от него все в рассыпную. Нужно бить кого-то одного. А бить они не могут. Вот сейчас начинает драться он с пауком. Паук почему-то решил, что он может драться. Развернулся. И его захиливает Пугна. Пугна насасывает пауку. Посмотри, что происходит. Но он живет, полетел. Разлом. Разлом неплохой вроде как. Но Сатаник остается уже без маны. Все. Маны у Медузы нету. Ай-яй-яй-яй-яй. Мана докончается. Бипошка упрыгивает. Сакрит нажимает ульту. И минус Сатаник. Ай-яй-яй-яй-яй. Нужна рапира, да. Минус 5, друзья. Минус 5 легчайшие. Все, друзья. Мега. Мега. Крипы. А чем ты собьешь лайфдрейн? Угнели он, сдох уже в замесе. Более чем в замесе. Спиритом. Как эту проблему решать? Атосами, какими-то хексами и так далее. Прыгает куда-то лард. Не знаю, что за прыжок от него веры был. Но он точно умирает. Это мы знаем. Он без байбека. У них же становится он и на 5, и на 3, и на 1. Дни сюда берут себе ФП. Врыв, хекс, арена. Копье. Все в Малика, друзья. Малик, ну пока живет. А потом, когда пришел паук, все, он кончает сразу. Но у него есть байбек. Это хорошая новость. Подкопа пауку. Опять на паука. Без байбеков. Если вот открываешь килл. Медузу видели? Сатаник врывается, у него есть хекс, вся команда прыгает на Сатаника, Сатаник, а БКБшку бы дать успеть, но пока все находится, то страх, то что-нибудь еще мана кончается, умирает Сатаник, все, минус Сатаник, но у него падает рапира, появляется деньги на байбек, естественно, падают на творцы, и он с байбеком возвращается обратно, рапира, друзья, УДК, там разлом, умер Даркмага, не Сатаник, встал, Стонгейз летит вперед, пытается рапирку выбить, нажимает паук, Сатаник свой, и бьет по Сатанику, тавтология, но ничего страшного, смысл не меняется, паук, не убьют они Сатаника, да, у него кончится. Кончилась мана, его топчет Сакрит, палец, но все живые Тим Васка остались, а Тим Спирит у нас проигрывает эту карту. Браво, Тим Васка, браво. Браво, да, они большие молодцы. Тут ничего не скажу. С таким спиком, с таким пиком перебить Медузу, переиграть Бристол Бэк, где еще есть, это дорогого стоит, друзья. Я бы, ты знаешь, хаосом бы не назвал бы как раз таки это. Инвокер появляется у Васки. Угу. Пошла на керри, друзья, на этой карте. На второй. Решающий получается. Ну что ж, спиритом надо забирать ничью. Потому что, друзья, завтра у них будут фалконы впереди. Меньше. Сейчас Мипошка нажимает на скоги. Пошли батарейки. Да, и Кайлы, но как-то вот начинает хватать. Да, и хватает все-таки урона для Тим Спирит, друзья. И это 1-0. Тут нападают на Сатаника. Сатаника начинает гасить. Сатаник, нажимается ракетка, торнадо. Сатаник, ракета за ним летит, ну и он не умрет. Тут, а вот контратака от Пирита будет. Привязка, отличная, Трю. Сейчас взяли двух героев, Сакрида можно бить, забирает его ларву. Даркмага, что с ним? Вортекс имеется, есть контроль. И Кайлы от Сатаника, и должен быть третий килл. Есть контакт, ну а Мэтью пускай уж идет на сдачу, он пускай спасается. Рамзик? Рамзик, тройка есть. Да, паук пришел. Что-то, подожди, откуда он пришел вообще? Что-то сейчас завтыкал на секунду. Как он появился здесь? А, то есть он просто пошел пинуть четырем игрокам? Что за затмение у него в голове было? Я не понял. Я доме, что он хочет? Я доме хочет Ларду, да, убить? И там подходит Мэтью. Лард, наверное, умрет. Да, молодец. С Мэтью, что по ракете. Ракета была использована, значит, на ФКД. И Рокет Бэраджем. Станик будет на помощь. Рю привязать. Ман, не хватает, 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 хватает. И сюда, Сатаник. Отлично, но можно было бы не стилить на самом деле в регионе. Значит, неплохо.
Сатаник. Первый такой опыт уже есть. Эй, тут до свидания. Сакр, тут без шансов. Это хорошо. Васка хочет драться дальше, что ли, пробовать? Хостом кастует, двоих цепанули. Но не-не-не, там Сатаник, он фуловый, он... Понятно. Так, ракетка полетела. Мэтью в Малика. Все это дело запускает. Подходит Даркмага, торнадо, ЕМП. БМ нужно нажать, нажимается, хукшот, прыгает Лару, ЕМП кончается, можно скрывать. Размен происходит 1-1, но пока что в пользу команды Team Vasco. Разлом получает, Мипошка умирает, но размен 2 в 2. Убили также Сагрида, и размен просто идеальный для двух команд, но сейчас Даркмага, кстати говоря, Лару делает трибуки, если что. Игрок, которого вы просто все... Что вообще? Так, ну еще врыв, полетел, хукшот. А Мэтью, Вортекс, и Мэтью у нас правит таверну. Минус Мэтью. Да. Мэтью съедает. Торнадо поднимает Ларулу. Стампит, нажимается, пытается Ларулу бежать, и отсюда он убежит по итогу. Да, он отступит. Просто вот вопрос, знаешь, если... Ну, вообще вот, как будто бы по ощущениям сейчас, будто бы вот эти игроки, если мы, ну, это обсуждаем, да, реально... Они нужны больше пупею, чем он им нужен больше, да? Ларла принимает, народ сажает, реквием хороший, но не хватает немножко ему. В итоге Лар у нас кончается. Пошло торнадо, тормознули еще и Мипошку, ну и Даркмага тоже его тут скушает. Дабл килл для Даркмага, Сатаника. Так, тут что? Врыв на Мэтью. Мэтью торнадо, ЕМП активируется, Лару больно, ну и Лару пока что доджит. А все, но недолго, маны не хватает, все, да доджит, минус Лару еще. Как игрок, вот чисто как игрок, он очень хорошо играет. Он прям хорошо играет. Ноги до спор молодым. Здесь Сакрита забирает, минус Сакрита, разлом пошел и разлом бабах. Но у нас Малика не будет постоянно появляться. Все это потом в мобильный гейминг может уйти, там может быть появится что еще в будущем, то есть у нас сейчас, если что. Ларл нажимает Вортекс, неплохо. Есть Трор также по Даркмага, Даркмага хукшот сбоку, Мипошка активирует, я думаю, пока живет. Активирует Стампит, Даркмага нажимает Торнадо, ставит Гост Волк, Паук, Волк, то есть извините меня, Паук дал БКБ ультимы, понимает, что страшно, улетает, Малик рухнул, что? Размен 1 в 1, нажимает самом и забирает плюс 250, доработает потом. Да, заниматься другими. Ну, Сагры, слушайте, могут быстро убить же его, в теории. Атос, успеет ли он рор дать? Не успевает. Не успел, вы прикиньте. В итоге у нас забирают Сакрда. И так тоже двенашка вот Team Spirit. Спиритом, ну, вообще уже надо идти прям вперед, друзья. Даркмага, они знают, что он тут достает. Есть, да. Есть детекшн, забирает Даркмага. Сатаник погнался с Ядоми, он даже его нашел. Но Ядоми в кустик, пингуется, хукшот. Они никого не отпускают. Какие молодцы. Это он на ребатле говорит. Тебя стреляли с первой, меня стреляли пулей. Ну вот. Панчи от него были такие. Здесь врыв, нападает на паука. Паук БКБ ультимейт активирует. Рухнул. Крепасик плюс 250 получается им спирит уже, ну и нету ауры глиняного голема, да, гранитного или какого-нибудь там паука поймали, кончается БКБ, кончается паук, сразу же Даркмага, детекшн по нему все его видно, Станик бьет, до свидания Даркмагу, поймали Мэтью, Мэтью тоже, там все что можно в него, дабл эйджи с ручки и так далее, и Сатаник еще хочет забрать шарт, но главное спиритом начать пушить базу. Уф, ух, что-то после первой карты я волновался сильно, если честно, насчет судьбы спирита в этом матче. Окей, друзья, уже говорил, 8 команд в каждой группе, 2 группы по 8 команд, 4 вылетает. И ничья, это еще более-менее, а поражение это очень-очень страшная штука. Ой, что ты мне голову дуришь, я не пойму, Юра. Врыв нападает на Мэтью, Мэтью, БКБшка нажимается от Ларла, принимает Мэтью, минус Мэтью, есть контакт, все. Забрали. Спирит. По вышке Т4. Торнадо полетело. ЕМП также. Ракета пролетает, но Станика здесь не остановить. Там Лар нажимает Вортекс. Лично паука поймали. Паук таверну. Минус паук. Малик активирует Стампит. Рушится Мэтью. Сакрет активирует также Рор. Но сможет ли он уйти? Сакрета бьют, бьют. Да никуда он не уйдет. Гаси их. Спирит. Мипошка просто лапается. GG прописан. Ну и Спирит, в общем, как и Bad Boom Team, друзья, у нас... Начинает сегодняшний игровой день на Dream League, дебютный свой матч с ничейки. Но, ну вообще, перед игрой, да, Мага правильно все писал, то что Спирит должны были сделать сегодня 2-0, да и ПБ, мне кажется, должны были делать 2-0 против Нигмы, должны были забирать.